маркер на начало, да, новый перс. Криптид. Появляется больше деревьев, получите 12 материалов за и опыт за каждое живое дерево в конце волны. Минус материалы из врагов. Плюс скорость атаки при уклонении от атаки до конца волны. Что? За каждое оставшееся дерево максимум уклонение не превысит 70. Фечи, спасибо за редецкий. Здорово, здрасте. Во что играли? Возможно, даже в брата. Тут релиз супер круто. Если не знаете, то вот вам информация. Ну, криптид звучит вполне логично на этих. А, привет от Фечи. А, вы, видимо, с этого. Вы, видимо, с этой. С Геншина, да? Я сегодня бездну добил. Бездну и этот. И у меня, блин, к концу трансляции, представляете, я не попал на тизер Фонтейна, потому что к концу трансляции у меня сломался мой XLR, и у меня, короче, звуки забагали. Очень странная штука. Вот. Фанкайба, понял, понял. Я Фанка, я тоже хочу похвастаться перед вами. Сегодня взял 18 звезд. Вот, Квинелла, привет, привет. Она все-таки вышла, да, братан, сейчас в полноценном релизе. Спасибо. Держи. Так, что брать? Минус дальность специально, да? Это мы персу. Сбор поначалу может быть не так уж плох. Давайте сбора немножко. Вкусная. Сок яблочный. Так, надо пушки, да, зуб, конечно, вкусно, но пушки вкуснее. Сборы уклонения. А, поехали. Я, наверное, скипетр не буду брать, потому что скипетр может случайно сломать этот. Будем чисто в милишке сидеть. Вовремя, конечно, там такое. Ну, мы посмотрели потом, естественно. Но да, было неприятно не вовремя. Абсолютно. Ау. Как же хочется пойти и сломать дерево. Регенерация. Это один из ненужных статов. Урон в ближнем бою нужен. Крит удар, наверное, да? Рубашка дровосека восхитительная. О, появляется больше деревьев. Балдеж. Интересненько. Неплохой такой старт в целом, как будто бы. Два дерева аж прокнуло. Честно говоря, не собирать деревья невыгодно, блин, на самом-то деле. Я надеюсь, я, кстати, без усложнений играю. Потому что мы же не лутаем коробки из-за этого. Но там столько материалов за несломанные деревья, 99. А, так рейд был. Да, здрасте, здорово, привет. А, привет. Что лучше на генерала, сфера на АТК с 13... крит масса или сфера электро, но с фиговыми сабстатами. Я думаю, что электро. Ты же вначале не любил рубашку, что изменило твое мнение? Не, ну я не знаю. А, изменило мое мнение? То, что на 70-х волнах даже деревья танковые. И еще тот факт, что если ты берешь уникальные предметы, ого. Короче, уникальные предметы. Штука полезная. Очень. Потому что они уменьшают пул предметов, которые тебе могут выпасть. Как-то так. Может, тортик залочить? Не, нафиг. Не.
Блин, вот бы топоры были с двух сторон. Они не разрешили перетаскивать предметы? Жаль. Что убрал? Гачи? А, да, я выключал гачи сегодня для стрима разрабов. Стример из Англии. Не, ну какой стример из Англии? У нас новый патч в Братате. Вы стримера из Англии просите. Ну, ребят. Блин, юнит, который играет на деревьях. Как же забавно. Не, ну пока хорошо идем. Главное не в стрелковое оружие выходить. Да. Реген, нет, броня, наверное, нужна потихоньку. У меня минус 5 брони. А, потому что... Потому что уклонение, естественно. Дженерично. Криты полезно, надо собирать. Сбор уклонения. Ну, давай. Призрачные топоры. Стихийный урон, реген, меньше врагов. Не-не-не, нафиг. Нафигом. Я вообще не помню, где какие персы. Роль в дискорде. Гон. Выдадим сейчас. Я не написал. Не скоро может урон начать не хватать. Я чё-то ничего вообще на урон не взял. Энергию, да, а вот урон не особо. Где мой хп реген за живые деревья? Не убивайте! Окей, 200. Найс. 15 удачи звучит неплохо. Острая пуля. Снаряды пробивают дополнительные цели. Уникалка серая. Минус 20 урона при пробивании. Фига себе. Spirit Hunter еще не проходил. Там Тостер пожаловался, что ему за Spirit Hunter звук на Твиче заблочили и воды закрыли. И это отвратительно. И я вот не уверен теперь, хочу в него играть, не хочу. Может, все-таки взять немного дальности. Скорость бега нужна. Сколько у меня? 6. Броня нужна. Все нужно. 6-я волна. Я не помню, какая волна есть, какая. Типа, когда в бесконечный режим играешь, это супер важно. Быть готовым к волнам. Дерево! Нет! Я его чуть не уничтожил. Наши любимые деревья. Ресурсики. ХП регенчики. Ау. Помогите. Съедают, кушают. Пришлось два дерева прорубить. Эх. Персажа нету минусов с каких-то со сбором, не? Уклонение.
Блин, любой урон в ближнем. Как будто у меня его не хватает. Не, урон уклонение нужно. Максимум ХП и регенерация. Подливый зуб, как бы надо, но... Ну, давай уже возьмем. Сумка, материалы из ящика. Где я ящики буду находить? Ха, если я не ломаю деревья. Нам как раз 20 айтемов собрать. Серых. А, это волна с этими, с яйками. Ладно, входим, ломаем яйки. Если яйка заспавнится рядом с деревом, что мне делать? Найс. Дальнему, да, сейчас сбор. Сбор уже хватит, удача, норм. Материалы при поднимании ящика. Вот сколько ящиков я собрал за все это время? Ноль. Урон врагу. Интересно, а деревья могут ломаться от сванёнка? Наверное, нет. О, мусорщик. 10 штук серых, да? Ладненько. Макс ХП минус реген. Реген у нас восстановится. Итак. Призрачный топор фиолетовый. О, щупальца. ХП на минус уклон. Щупальца, это мы возьмем. Восьмая, это первые элитки, да? Да, это первые элитки. Отвратительно, я их не убиваю. У меня флетовой цифры нету. На милишке. Все-таки привычка разрушать деревья. Она есть, как будто хочется пойти и разрушить. Нет, деревце. На самом деле почти дровосек, если так подумать. Там вот гоблин ходит, но... Но я чё-то вообще урона не наношу. О, бой. Урон в ближнем надо взять. Павлин. Плюс 50 к параметру урона врагов на следующей волне. Ой, подкладка. Скоро... Ну, на босса я, видимо, тоже не убью, да? Три элитных волны еще. Мне как раз-таки в призрачном билде лучше было, чтобы орда была, а не элитки. Еще флетовая цифра нужна. Мне кажется, что меня мумии могут убить. Слишком маленький рейндж, чтобы мумии хоть как-то с ними драться вообще. Шесть урона в ближнем, найс. Три брони, найс. Броня на нуле теперь. Утилизатор.
Да. Скорость против мумии важна. Это же мобилка, нет? Она есть и на мобилке, но изначально она была на ПК. Это лучший вампир-лайк из существующих. Броня и уклон. Да. Синий топор. Блин, можно взять, можно Лего объединить. Еще ни разу не брал бонусный опыт. Минус 8 дальность, можно. Сбор уклон, да, допустим. Ты себя купишь вообще за 10? Ну, за 10 волна купят, за 43. Нихуя, все-таки насрали своей подводной активностью. Пусть сами играют в свою игру. Манштадт теперь... Чего куцая деревня с ровными полями на фоне фонтейна? Может быть, они в других локациях тоже подводный мир завезут? Так, с новых пачек я еще не горел. Что не так-то? С релизом что добавилось? Ну, пока что я вижу 6 персонажей и нашел одну шмотку. Медленный режим был ради стрим-разрабов. Так, 10 это просто более жирные мобы, да? Но я сейчас флэт-цифру себе поднял, так что... В целом, наверное, я сильный. Сколько уклона? 61. Уже цифра вкусная. Странная эта сова. Without further interruption, let's celebrate and suck some dick. Suck some dick. Мне кажется, что дальность уже надо возвращать потихоньку. За 0. Сбор увеличивается на 8. У меня 55 за 150 корона. Будет увеличивать на 5 каждый ход. М-м-м. 10 ходов. Это плюс 50. На каждая дополнительная тычка. Будет увеличивать еще. Не, нафиг. Окупится, но еле-еле, по-моему. Скорость врагов, уйди в задницу. Хотя 15 хп. Он разве не уникальный? Ну, мумии поехали. Ну, убиваю кое-как, вроде бы. Так еще и замедляю по чуть-чуть, но... Мне бы немножко попробовать поуклоняться, да, сейчас, пока самое начало ну... Чтобы скорость атаки себе подкачать. Там 3%, да, за каждое уклонение.
Ну ладно, я выгляжу довольно сильно с этими призрачными пушками сейчас. По 412. Свинки нету. Минус скорость врагов, минус скорость свою. Тебя точно берем. Сбор, удача, скорость атаки, минус крит. О, свинка. Здравствуй. Здорово, Игорь. Так это скилл. А чё слишком легко? Не, ну персонаж такой тоже прикольный на самом деле. О, вот это, кстати, хорошо. В том плане, что... В смысле, на 11-й волне элитка? Это, стоп, это не похоже на элитку вообще. Ну, наверное, это элитка. Это какой-то новый страшный вариант. У меня же вроде на 12-й было. Ну, по крайней мере, мне так показалось. Какой-то новый страшный вариант мясника. Да, это элитка. Очень быстро и больно бьет. Надо убивать. Выжить, похилиться, выжить, похилиться, выжить, похилиться. Как-нибудь. В смысле, я его не добиваю? Добей! Добил. Ядрить. Жесть, последние секунды. Игорь, как у тебя делишки вообще? Рассказывай. Здорово, давненько к тебе не заглядывал, чё? Каюсь. Два урона в ближнем бою — это хорошо, но 46 денег, наверное, еще лучше. Вау. Вау. Кто меня купил и за сколько? Хе-хе-хе. 45 дальности, а уже, наверное, надо. Купон. Урон боссам и элите. Удача. Так, думаю, сидим пипичилим со свинкой сейчас, да? До 15-й волны. Я довольно сильный. Сводился до 4 прям с кайфом. Придется опять устанавливать брата-то. Но плюс в том, что уже куплено с прошлого раза. Да, я тоже до 4 насводился. Ты как, вне стрима, наверное, играл? Потому что мне кажется, я не видел твоих стримов. Я очень, ну, как бы слежу за категорией Диабло, смотрю, кто в нее стримит. Ален Фоллин там сидит, крутит каждый день свою 1000 ботов. Еще какие-то бомжи с ботами. Ну и так в целом большинство стримеров уже закончили свои похождения в Диабле. Такие фулл-тайм всякие, варайти и так далее. Уже всем надоело. Мне вот еще не надоело, но на ней такие маленькие онлайны, что стримить ее не хочется. Вот так я бы с удовольствием еще продолжал гриндить артефактики. Прям как в Геншине, знаешь. Вначале гринжу арты в Геншине, потом в Ханкае, потом... Ну, потом в Дьябле. Дальность. Давай, все, возвращаем дальность. Кресло. Плюс макс ХП, плюс реген за минус скорость. В принципе, сидеть по центру, чилить. С гигантской минус скоростью. Это звучит прикольно. Часто очень тебя до 4 смотрел ваши данжи. Да, он грустный, онлайн грустный на ней, у меня также. Ну, понятно. Сегодня ходил за артами Мерсер. Сегодня ходил. А давайте попробуем. Смотреть Диабло крайне просто невозможно, крайне скучно и неинтересно. Это потому что ты в нее не играешь. Просто у тебя денег нет, чтобы ее купить. Если бы играл, было бы интересно.
Сори за буллинг, как бы. Но... Достичь 20 уровня. Студент. Там, наверное, увеличено получение опыта, да, персонаж. Такого же вроде не было. Был, наоборот, персонаж с пониженным опытом. Ну нет, минус 2 дерева! Мне вот очень интересно было смотреть стримы по Диабле. Каждое утро сидел у Шнума, у Игоря ГХК, пока они стримили. Мне вот очень нравилось. Ускорение атаки ваших построек. Это то есть, если я найду эти, как их, садики, да? Помог. Всю скорость мы не берем, мы наоборот берем минус скорость сейчас получается, да? Если таковая будет приходить. Так, 15-я волна, да? Подожди, сейчас 14-я или я 14-ю только что прошел? Мне кажется, это сейчас 14-я. Нет, иди, волна 15! Боже мой, новый босс! Акула! Ядрить он начал дичь творить. А, сдохни уже! Хорошо. Че, изи босс получается? Еще экономику не слил со свинки. Изи. Со свинки. Со смыслом. О, Игорь, надо тебя, кстати, отметить. Шоутаутом. Че-то я это... Ребята, не забудьте зафоловить Игоря, если не знаете. А скорее всего, знаете, он раньше давным-давно стримил ДБД, сейчас в основном играет шутеры, типа Fortnite, там, Valorant. Всякие там новинки, да. О, параметр регенерации. Плюс 2 к параметру регенерации ОЗ каждые 5 секунд до конца волны. Класс, поехали. Инженерия. Только Valorant, Fortnite F, к сожалению. Слушай, а я вроде видел тебя на новых сезонах Фортика. Ну, по крайней мере, на новых сезонах ты, наверное, заходишь, да? Вроде бы видел. Но не берусь утверждать, что точно. Говорю, давно к тебе не заглядывал. Сбор, удача. Ну, за 5 волн уже вряд ли выиграет. Ну, уклонение еще до 69 подняли. О, минус скорость броня. Отлично же, то, что нужно. Иметь сразу 3 оружия 4 уровня. Замечательно. Худи! Скорость атаки за каждый параметр уклона. Покчамп. Сразу же берем павлина. Инженерия 2. При гибели дерева появляется турель. Чего? Нихера себе штука.
Прикольно. Это какой-то бесконечный спам турелей. Че, имба какая-то? 138%. Да, худи всегда был имбой. Худи один из самых поломанных итемов. Ну, он еще назван в честь какого-то там ютубера, поэтому... Знаешь, типа, разрабы хотели задобрить ютубера, чтобы тот почаще выкладывал видосы по его игре, по их игре. Хотя, скорее всего, было наоборот. Он часто выкладывал видосы по игре разрабы, и потом они зашли к нему и типа такие, да вы хочешь, сделаем тебе предмет. Сделали поломанную имбу. Худи, да, один из топ-итемов. Всегда им был. Прикольно, две новые элитки встретили, уже посмотрели. CFD было ровно так. Ну вот. А как? Как я первый раз описал или во второй? У меня все еще нету ни одного критового этого. Надо, кстати, крит повышать себе. О, уклонение это и скорость атаки тоже. Тихоходка, это же хорошо. У меня как бы припол... Нет, подождите. Тихоходка не позволяет нам взять штуки. Какие штуки? Которые наносят нам урон. А какие штуки наносят нам урон, я забыл. Ну, кроме Бладсака, Бладпака. Кража жизни, вспомнил, ага. Ну, как бы... Пофиг, да? Retromation выкладывает видео по братате с раннего доступа каждый день. Это невозможно. Мне вот это очень нравится. Но в целом, наверное, погнали на новую волну. Ну-ка. О, еще новые элитки. Жесть, вампир какой-то. Антиренжовый. Какой-то для милишника пока что супер изи. Прям гига легкий. Бака рейд, здорово, тостер, здорово, рейдерам. Рад вас видеть. Привет и привет. И вы уже наверняка прошли на всех классах новых. Я вот только-только вот сейчас птичку открыл и иду как бы первый забег в бесконечный режим птичкой. Ну, как его там зовут? Криптид. Здорово, здорово, рад вас видеть. Поздравляю вас с релизом брататы, и вы вовремя. У нас розыгрыш 5 ключиков после того, как закончится этот забег. Ну вот, сразу после окончания этого забега разыграем ключики к братате, если по какой-то странной причине вы еще не купили эту восхитительную игру или хотите подарить ее другу, вы сможете это сделать, выиграв ее у меня на розыгрыш. Еще двух персов не открыл, и да, птички у меня нет, жесть, а нет птички, а вот все, а вот я птичкой играю. Спойлер, птичцы, жесть. Я думал, ты успел все пройти, типа. Ты, наверное, тоже в бесконечные режимы гонял, поэтому там забеги по 1.5-2 часа, да? Кража жизни, уклонение, минус урон. И не уникальный. Но это 40 скорости атаки. Но это 178 голды. Но 40 скорости атаки. Хм. И ненужная кража жизни. Блин. И минус мили урон. Но это 40 скорости атаки. Это 8 скорости атаки. Да. Гостов капитализм, приветствую. 8 урона в ближнем... О, дико, криты у меня, криты не собраны. Да, донорство, иди в жопу. Так, поехали. Вообще надо копить до 20-й. Просто демки долго смотрел. Буквально часика 3 баратата поиграл. А, понял, ну да, за 3 часика всех персов не успеешь.
Я сегодня, наверное, весь вечер, скорее всего, все шесть персонажей. Открою Варвок, спасибо за рейд. Еще здорово, дабл рейд просто. Вначале от Тостера, вот буквально 5 минут назад Тостер зарейдил, а теперь еще Рок. Спасибо, спасибо, Рок. Ты это, братату, релиз собираешься задротить? Сейчас шаутауты раздам, пока вспомнил. Тостеру и тебе потом тоже. О нет, я сломал дерево! Мы как раз с ней играли. Хорош, понятно, понял. Понял. Не смотрел, кто там в категории еще. Видел, что Тостер стримил. Тебя не обратил внимания. Спасибо, спасибо за рейд. Привет всем, рад вас видеть. Ну, если вы не знаете вдруг, кто я такой, я Тянками, я стримлю рогалики и гача мобилки Геншин и Ханкай. И также всякую дрочильную типа Дьявола и Тефта. Но в основном новинки. Рад вас всех видеть. Вроде есть новые сообщения, да, новые сообщения в чатике. И первые сообщения. Приятно. Спасибо, спасибо. Спасибо за редецкий. Да, неру. Скорость нам не нужна. ХП пойдет. Фокус не уникальный, да? Минус 3 за каждое отличающееся оружие. Oh, I'm fucking coming. За 309. Ну разве что залочить и выкупить на 20-м. Ну у меня уже 190% урона. Нафиг. Копим свинкой. Копим свинкой. Сейчас надо будет сразу же фулл сролиться и попробовать найти материалы закрыты. У меня все еще нет материалов закрыты, поэтому... Что это новый персонаж? Тостер, закрой уши. Новый персонаж, криптид. У него появляется больше деревьев. Ты получаешь материалы за каждое живое дерево в конце волны. У него появляется регенерация за каждое живое дерево. Максимальное уклонение не 60, а 70. И получает скорость атаки за каждое уклонение во время волны. Вот, но там минус краж жизни, минус дальности, минус материалы с врагов 50 раз. Деньги закрыты переделали? Да ладно, это что, это теперь не основной билд? Эндлес режимов. Не хватает ставок на забег, как у Варвока. Да, я про ставки обычно всегда ленюсь, забываю. Вот бы модераторы делали ставки, да. Жесть. Был бы прикольно. Думаю, что деревья спавнятся где-то там. Где-то здесь. Тронфолл демку поиграл, которую у тебя там видел. Балдеж. Да, Тронфолл офигенный, я же говорил. Я говорил, что Тронфолл классный. Он прям... Это прям одна из самых прикольных демок, которые я вообще поиграл на тесте. На тесте, ну, в принципе, на демках. Вовник. Вовник нам не нужен. Свинка, поехали. Обнуление! Он убежал, но мы к нему обязательно вернемся. Блин, чел, ты вот сейчас бегаешь далеко от нас, ты... Мы же такими темпами случайно деревья уничтожим. Не уничтожим. О! Этот. Иди сюда. Лут-гоблин. Лут-инопланетянин. Жесть, как же много деревьев появляется. Урон в ближнем бою, стихийный, минус дальность сбора. Мы ближним берем. Скорость инженерия крит. Бла. Счастливая монетка, удача за каждый крит. Одна из причин, почему в любом случае надо брать. Ну, дальность сейчас на самом деле уже надо собирать. Так, топоры. Адреналин, уклонение, шанс восстановить ХП при уклонении. Или у меня пиво закончилось.
все, больше нет. Бандана нет. Я вот в рейндж не хочу переходить, хочу остаться на милишке. Помрем и помрем, а мы помрем. Урон в ближнем бою, шанс при уклонении нанести урон, давай. Призрачный топор. Успею отрегенить? Мне кажется, да. А зачем мне 3 хп? Так ты со мной пиво и не попил. Когда-нибудь. Когда-нибудь. Я думаю, все будет. Я сейчас, кстати, в Армении нахожусь. Я не помню, не знаю, слышал. Ну, ты, наверное, слышал, если ты на стримчик говоришь, заходишь там на Диабло иногда. Туже, да? То... Да, может, ты когда-нибудь в Армению рванешь. Кто его знает, отдохнуть. Здесь клево. В Ереване мне очень нравится. Так, сразу элитки, да, на волне. Эти две акулы. У нас есть диван. Да, у нас есть диван, если что. Друзей как бы приютить, потусить, это вообще всегда только за. И победить еще сложнее стало. Я пить бросил полностью, это вообще не оставляет шансов только на башку. Понятно, понятно. Блин, ну это жесткий. Это ты жесткий, конечно. Я вот только свою бутылку допил. Да я. Не только тот, что стримит. Грустный помидор, минус 50 ОЗ в начале волны, плюс 8 регена. Уникальный. Берем. 9 уклона. Блин, вообще броню бы лучше. Ну это из. Ну куда мне 125? Ну. О, 8 урона в милишке, жесть. Наковальня! На 25-й волне, на 21-й волне, офигеть. Кто знает, наносит ли кибершар и слон урон в деревья? Мне кажется, что деревья, по-моему, не считаются случайным врагом, да? Я уже очень плохо помню. Но мне кажется, что не должны наносит. Даже есть. Соберешь эту штуку с турельками, так турельки будут бесполезны, я инженерию где возьму? Ладно, мы стихийный урон в инженерию превращался, ну, уникальным предметом. Уклонение 125 из 70 имеется в виду, что 70 максимум. Поэтому у меня больше максимума. О! Это нам надо. Садик. Пускай будет один. Хотя они со временем тоже перестают создавать этот. Скорость атаки потеряю. Говорит, шанс плюс. Сколько у меня 38 всего лишь. Подкладка! Так. Дальности не хватает в мобы войти. Пентаклю. Сколько
Хмергена 135. Один УЗ каждые 0,08 секунд. О нет, я убил дерево, я вижу зеленый крест, думаю, надо его разрубить. Ох, получается. Дальность. Надо. И важнее всего остального, да? Неистовство. Есть одна проблема в неистовстве. Мы будем периодически взрывами, наверное, ломать. Ну, так ли это важно? Появятся особые враги. Плюс скорость. Не, подожди. Брат, ребенок, пули. Нафиг. Пепечил. Какой-то максимально делал. Честно, я не помню. Мне кажется, я доживал где-то до 70-х. Не дальше. То есть у меня так и не получилось собрать супер-гига-имбо-билд, который пройдет бесконечные волны. Я просто устал. То есть забеги были долгие в братате и... Персуя из деревьев падают ящики. Наверное, падают, но... Я не проверял. Там с деревьев падают только материалы. И уже в довольно маленьком количестве. Дальность для ближнего боя оружия уменьшает скорость атаки. Минусовая дальность дает скорость атаки. Только для ближнего. Ну, я знаю. Ну, это не значит, что надо сидеть на нулевой дальности. Кандалы! Скорость! А, они переделали кандалы! Они больше не хп воруют. Вау. Почему тебе нельзя трогать деревья? Потому что в конце волны они дают материалы. А также они за каждое неубитое дерево дают регенерацию и скорость атаки. Это другие кандалы. Инженерия реген, дальность. Не, я лучше... Я хочу в ноль. Я хочу в ноль убить свою скорость. Каким-то образом. Шанс удвоить ценность материала. Давай. Кстати, чем быстрее ко мне подойдут враги, тем, в принципе, я их быстрее убью. А, да, это были наручники, наверное, и правда, я уже не помню. Экономики никакой для бесконечного режима, просто ноль экономики. Я уверен, что ломать деревья выгоднее, чем оставлять их сейчас. Причем это, наверное... Во, коробка. И причем это, наверное, с какого-то момента определенного происходит. По сути. То есть где-то с 18... Ну, где-нибудь с 15-х, может, даже уровней. Всю стату закрыл своими баннерами. Не, подожди, баннеры же справа. Стоп, стата же вот. Че я тут закрыл? Ничего я не закрыл. Если что, я закрыл, все нормально. Я про предметы. Кто еще не знает стату предметов? Уже давно пора бы. Осьминог, регенерация, краж жизни, макс хп, минус крит удар. Блах. Мы вас всех уже видели.
Пара зеленых ящиков. Видимо, это все новые элитки. Странно, что боссы одни и те же. Странно, что они решили не придумывать новые вариации боссов. Как будто, честно говоря, с деревьев все еще идет гораздо больше ресурсов, чем я лутаю с мобов. Да. Может, ставку на количество волн, которые мы переживем. Поздно, нормально еще. Давайте. Сейчас было 25-е, значит. До какой волны доживем? Вроде ничего не удалял. Да, ты просто нажимаешь галочку выкладывать снова и все. Конечно, жесткая инфляция. Видно, что вообще не идет экономика никакая, денег просто нет. Ну, есть две коробки, но... Ладно, давай возьмем тебя, пускай будет урон.
или... А, о, какая-то муха! Такую мы еще не видели. Жесть, у нее атаки. Охренеть. Играл за ученика или подмастерья, как его зовут, понравился, 38-й волны нашел. Это вот я только открыл, еще сам не смотрел. Костру просто заблочили возможность записи в эквайле пока что. Так не, это же делается, типа... Я говорю, Twitch же это делает ради, ну как бы ради нас. То есть оно блочится, да, но ты нажимаешь одну кнопку, и оно разлочивается. Ну, либо они что-то поменяли. Но у меня на первом RGG-ленде год назад такая же история была с русалочкой. Не заблочили и сказали, у вас авторская музыка, осторожненько. И я такой, ладно, ладно. Типа, и... Oh no, this is... Ridiculous. Sorry за глупый вопрос, а чего процент... Опыт процент стакается? Я не знаю, у меня от чего-то стакается? У меня вроде нет. Ну просто предметы, то есть там есть специальные предметы, которые бонус опыт дают. Ну только обычные предметы, да. Турель при гибели дерева бесполезна все еще, когда у тебя инженерия 2. И даже если плюс 4 инженерии взять, все еще бесполезно. Броня нужна. Это нет. Свинка же больше не работает, да? После 20-й. Скорость и уклон нет. Вот та самая кровавая рука. Дальность сбора. Плюс 10 мили. Блин, 10 мили звучит вкусно. Все еще, поехали. Часто я смотрю аниме в записи, и там обычно есть фрагмент музыкальный с вырезанным звуком, и все, так что я очень не понимаю, в чем драма. Есть разные вещи, да. Есть, когда они просто вырезают кусок звука. Это вообще не проблема. Это было и в далеких 2015-х, когда я еще в ДБД играл с музыкой. А есть, когда они говорят, смотри, тут авторские права, давай-ка мы тебе автовывод выключим на всякий случай. Если ты что-то такое стримишь. Ну, автозапись. В чате... А, не, в чате плюс 500, это на другом персонаже. Мы его открыли, но еще не играли. Три реген, минус кража, ну давай. 16% урона. Процентный урон все еще не так нужен, как флетовый. Кольцо Мстителя. О, а вот и трофей. Шанс 33% собрать один материал при убийстве врага критом. Три раза. Ясно. Вот как его переделали нам. Что нужно в этом билде основное, я тоже хочу собрать. На бесконечный режим или что? Я не знаю, я сейчас после релиза не могу сказать, что самое крутое. Раньше вот обязательно надо было в любой бесконечный режим, надо было выходить в криты. Сейчас я не знаю. Если они понерфили охотничий трофей. Не подведи раз до 50. Не, ребят, 50 это очень сильно. Хотя они как будто понерфили немножечко кривую сложности. Все-таки чутка они ее как будто переделали. Я для 29-й получаю очень мало урона. Ну, хотя нет, 20-ку сейчас элит получил. Хрен. Настаклся или есть обязательные доп. Предметы? Обязательные есть. У меня из топовых наковальня. Каждый ход плюс 2 брони. Худи, конечно же, на скорость атаки.
лист гринд хорош, но не настолько. Монетка удачи обязательно. То есть есть вот какие-то обязательные вещи. В целом подкладка нужна. Генератор. Генератор от которого. Я не помню. Здесь есть, да, такие относительно обязательные. Расходники могут взорваться при подборе. Ну, можно взять. Это уникалка. Ее надо тоже собрать все максимум. Не знаю. По-моему, я не увидел фрукт с дерева. Я знаю, ты ко мне еще вернешься. Они же закрыты. Некоторые открыты, некоторые закрыты. Наковальня, я не помню, что-то типа рыцарь. Нет. Рыцарь вроде щит открывает. Ну, что-то открыто, что-то закрыто, но я все не помню. Забрал две приманки. Нет, я ни одной не увидел. В этом забеге. Вроде бы. Блин, минус 3 брони хуже, чем урон. 8 милишки, да? И дальность взять. Блин, наверное, дальность. Да, я, по-моему, только... Я только одну приманку пока видел. Скорость, дальность, минус стихийка. Блин, мне скорость не нужна. Второй гринд. Фига себе. Экран сейчас все выглядит так, как будто ты в D4 переиграл. Ух, ёпт! А чё так больно-то? Смотри, вот D4, вот мясник. О, это новая элитка, я такую не видел. Которая в нас круги отправляет. Грязные товарищи, вампир. Забавно, что мне... Не, мне новые элитки все-таки пришли, когда я с ними дрался. Там акула была на базовых уровнях. И с них мне самого первого персонажа на ХК. Я, кстати, почти убил, он даже не знал еще о нем тогда. Жестко. Жестко. Странно, что не знал, кстати, про него очень много инфы было, ну... Еще с беты. Ууу, картошка. Блин, вот вроде уникалка, но подожди. У вас минус 166. Минус 166% урона за каждый параметр жизни. Не, мне кажется, она мне не подойдет, да? Мышь плюс враги. Вот этого-то нам и не хватало, кстати. Я же ни одного пришельца не нашел. Как я могу идти в лейт-гейм без единого пришельца? Ну, в лейт-гейм, в бесконечный режим. Помню, взял диван на стримере, плюс удвоение регена. Неплохо. Наверное, стримеру диван отлично подходит. У камина! Скорость была 0. Ну, на стримере, да, когда выходишь. У него скорость исчезает, это нормальная тема. Я чувствую, как будто все-таки надо ломать деревья, а не боль... это принесет больше денег. О, реликвия CVD, nice.
О, вторая приманка. Найс. Да, мне кажется, что пора ломать деревья. С каждого дерева есть шанс на коробку. Коробка это 15 материалов плюс... Да, где около 200 материалов за то, что... Угу, вот коробка, например. Не сломал бы дерево, не полутал, да? Удача-то у нас довольно высокая. Эх, прости, сова, но... Ломать деревья важнее. Я все еще как будто довольно неубиваемый, да? Довольно чулово иду и убиваю все подряд. Ну, еще коробка. Да, они окупают по-любому. Все эти разбитые деревья. Да, плюс всего дерева немножко падает, естественно. Ну, это лучше продать, это тем более. Вот и деньги. Сколько у меня уже этих щупалец? А крит шансов всего 47. В каком смысле релиз? Эмоциями. Очень странная штука с этими кругами, конечно. Блин, я не вижу, где элитка и кого мне надо убивать. Тебя. Да, это было очень близко. Мышь! О, рубашка дровосека уникальная. Берем, чтобы не мешалось. Охотничий трофей. Реролов мало дешевых у меня. Очень мало. Dead by Daylight что-то на YouTube уже предлагает мне посмотреть. Кстати, не знаю, это у меня нет. Уведомлений от их канала у меня нету. Это, наверное, просто типа мне ютубчик предлагает. Очень надо, спасибо. Что, Ян? Нет, в Николаса Кейджа играть не пойдем. Обойдется. Пускай вначале снимется в чем-нибудь нормальном. Найс. Можно, конечно, на деньгах посидеть, чтобы подкладки работали. У меня их 2-3. А, ограничение 3 штуки, кстати. Раньше не было вроде бы. Можно сразу сдохнуть. Кролик. Ой, с гиганта криты восстанавливают здоровье. Кого поиграем? В Николаса Кейджа нет. Что? Ура. Которые нормальные? Хорошо. Сколько часов в игре? В Братате или... В ДБД? В ДБД как было где-то 3-4 тысячи, когда я ушел, так и осталось.
Вот в братате хз. Мне даже самому интересно стало. В братате 119. Жесть, я не могу достать до этих мобов. Они просто бегают на расстоянии. Жесть. Как в дойти, как в дойти почти что. Да, было дело. Ну и в Геншине сейчас 1002, скорее всего. Панка уже под 500, наверное. Если с учетом Б этого. 5 лет назад ушел. Ну, у меня, кстати, похоже... Кстати, я тоже, получается. 5 лет, это 2018. Да, я уже не играл вроде особо. Сколько ж времени прошло, жесть. В смысле минусовой сбор, ты офигел? И мы довольно долго живем за эту сову. Опять же, призрачные пушки, 500% урона. 908% скорости атаки. Мне кажется, я никогда в жизни столько не собирал. Мне кажется, меня оранжевики убьют какие-нибудь стрелки. Я играл снимать деревьев и турелей. Прикольная, кстати, идея. Ты рыбак? Я... Ноль коробок. А, не, вон одна, вон вторая лежит. О-о-о, хп падает. Турели первого уровня из дерева. Какая разница? Ну, а, то есть только бомжатские, стрелковые, что ли? Ну и можно пробитие какое-нибудь взять, не? Подождите, я забыл, закрепленные предметы меняются или нет, когда ролишь? Нет, они остаются вроде бы. Про розыгрыш я помню. Ладно. Победить за персонажа по имени Криптид. За это дали коготь. Рукопашное точно. Уклонение, крит шанс. Восстановление ближнее. Угу. Понял. Это у... Подождите-ка. Это скейл урона от скорости атаки? Что? Жесть какая. И 4 персонажа. Новый забег, маркер на прохождение за криптида и розыгрыш 5 ключей.